Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня непременно захотелось поделиться с вами цветением своих ароматных растений и показать небольшой обзор того, что сейчас цветет. Я собрала для вас подборку именно ароматных белинных гибридов и покажу сейчас именно их. Первое растение — это вот Jennifer Palomar Blue. Два цветка. У растения револьверное цветение, то есть он доращивает цветонос. И на доращенном цветоносе снова зацветает. Вот новый цветок более имеет сиреневую окраску, который ранее открылся, он бледнее. Следующее растение — это Vilvio Cat Cafe. Также ароматное растение. Имеет такую форму трилипс. Цветет у меня тоже уже неоднократно. Ярко-розово-фуксиевая середина. Яркая губа. И такие интересные лепестки. Также цветет неизвестное растение, это подарок мне, тоже какой-то белинный гибрид, сиреневая губа, сиреневые на лепестках краска, интересные задние вот эти лепестки немного выгнуты назад, что интересную форму цветка приобретает. Это тетрабель. Гибрид тетрасписа на белину. Такой неоднородный цвет. Розовый, белый такой вот. У всех этих растений очень ярко выраженный аромат. Вот у этого растения такая мохнатая губа. У Jennifer Palomar тоже мохнатая губа. Интересная, как с ворсинками. У остальных просто ровная она, гладкая. Ну и Violacea Indigo. В начале сезона он у меня цвел более синим. Ярко-синий был. Сейчас уже сентябрь месяц. И окраска у него бледнее. Цвел все лето. И вот видно, что снова бутон доращивает и снова зацветет. Но, возможно, будет тоже таким же неярким. Повторюсь, что интересной особенностью этих растений — это то, что они имеют очень сильный, ярко выраженный аромат. Аромат цветочный. Когда заходишь на кухню, они у меня все там стоят, очень сильно-сильно ощущаешь, как пахнет цветами. Это, конечно, большое преимущество у этих растений. И этим они мне очень нравятся. Все растения револьверно цветущие. Вот мы если посмотрим. Вот еще у нас бутончик тут зреет. Тут дальше мы будем наращивать. Вот бутончик. Здесь бутон. У этого растения еще один цветонос. Ой, я вот даже сейчас сижу, вам показываю растение и прям утопаю в этом облаке аромата. Сами растения разные по величине. Например, тетрабель — очень крупное растение. Занимает, конечно, много места, но то, что аромат, это все можно простить. А вот Vilvio, он небольшое растение. Да, не сказала, что размеры цветков у данной подборки от 3,5 до 4,5 сантиметра. То есть растения не крупные, цветочки сами не крупные. Ну вот и сами растения мы посмотрели разные. Есть и покрупнее, есть и помельче.
Вот такое ароматное чудо, такие ароматные сорта. Обязательно заводите, вдыхайте и наслаждайтесь. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.